Так, а тут мы подкинем дредноут. Я не понял, что за срань тут вообще происходит? Вы тут что делаете? Окопались они тут. Так, захватить точку. Ну-ка. Кто это у нас тут такой? А ну иди сюда, мальчик. Давай поговорим по душам. Опа-на, опа-на, опа-на. И левой, и правой. Левой короной, правой похоронной. Иди сюда, ты, мудила. Охреневший тут совсем. Слава императору! Императору слава. Так, что у нас тут происходит? Нормально, все живы. Да, тут тяжелые болтеры у нас. Вообще замечательно. Где мы нужны? Так. Ой, какой же хороший у нас здесь экзоскелетик был. Так еще-то быстро помер. Даже не успел понять, что с ним произошло. Поставки тяжелой брони. Давайте закинем. Так, ну тут, в принципе, все в порядке. Терминаторов давайте сюда кинем. Мы их сейчас улучшим, так сказать. Да, ну, пополним. И пойдем дальше. Так, ребят, давайте теперь эту точку еще захватим. А то что это мы ее бросили так? Некрасиво. Блин, а. О, достает, круто. Да, так, пополнение. Это штурмовые, они жесткие. Еще дредноута давай. Так, а реликтовые точки тут есть? Да, одна есть. Ну, я это, спрашиваю чисто, потому что мне интересно, можно ли будет потом мы это... Так называемый штурмовый БТР здесь заделать. Ну, или же Land Raider. Да. Как мы его знаем. Так, орбитальные связи не больше одной штуки. Ну, больно и хотелось. Больно хотелось мне... Да, эти центры орбитальной связи в больших количествах делать. Я жду ваших распоряжений. Ты можешь тут диверсию сделать? Не, на пацанов нельзя делать диверсию. Блин, не достает это дело. Да, напрягает. Напрягает, что вы не достаете. О, у нас же тут есть дредноут. Конечно, да, экзоскелеты неплохо его покорябили. 2/3 жизни сняли. К вашим услугам. Так, ну ребята, вы тут защищаете точку. Да, вы, надеюсь, это понимаете? Запущен. Так, а мы идем сюда. Пойдем по вот этой вот трубке. Кстати, да, надо на всякий случай сохраниться, а то мало ли. Как вы помните, по штурму вот этого вот орочьих укреплений никто было не очень приятно. Нас. Когда там бац, грубо говоря, и все, конец. К вашим услугам. Пришлось переигрывать. Так, ребята, что мы тут столпились? Вперед проходим. Тут у них еще одна база есть. Ой, какая же прелесть, ребята. Кто это у нас тут гуляет? Следопыты там всякие, да? Сюда еще терминаторов. Тут у нас тяжелая артиллерия, я так понимаю, пойдет. Так, телепортеры сюда. Ой, ой, ну просто это короче, отряд 2. Отряд 1 у нас менее бронирован, а вот отряд 2 у нас будет самый жесткий. Жестче него не будет вообще ничего. Вон туда давай, орбитальную. Закинем. Чтобы, как сказать, было весело. Тихийский шторм сюда давай еще. Расстреливаем противника. Там орбиталка работает. Капец, ребят, а чего вы так сливаетесь? Я не понял. Они нас перестреливают. Это, наверное, из-за вот этих вот, да? Да, 100%. Это вот эти вот барракуды, они боевой дух снижают. Да, закинь туда. Ребят, да видите барракуды эти? А, там у них еще это, рыба-болот. Да, есть такие твари. А у нас есть кого-то тут подкинуть? Вы только гляньте, есть. Сейчас подкинем. Блин, а? Не, давайте отойдем. Да, отойти. Наша задача сейчас отойти. Контр... Блин, мы теперь... Потери! Несем потери! Так, вынесем эту тварь. Ребята, он слишком сносит нам много этого боевого духа. Ну вот эта хрень тоже рыбомолот. Не слабо так бьется. Так, терминатор, у вас другая задача. Блин, как мы вообще живы еще, я не знаю. Хороший вопрос. Рыбу молот несите, ребята. Блин, там еще эти экзоскелеты. Так, готово. Теперь разбираемся с жаракл...
фу, блин, жара крылами. Какое же сложное название. Так, казармы. Чтобы они подкрепу не заказывали. Еще казармы. Блин, у нас полумертвый Интриг Парель. Точнее, мертвый. Вперед на экзоскелет, ребят. Это мне очень не нравится. Они слишком больно бьются. Орка? Транспортный корабль? А что он тут делает? Что ваши тут корабли делают? Так, Ctrl-1, убить экзоскелеты. Ну, а там потом по накатанам. Техническая станция. Да, у них тут весело. Если сказать больше. Да ё-моё, что тут происходит? Кстати, у нас же пушка есть, которая стреляет. Давайте ее на Ctrl-3 поставим. Сюда. Шмальни. Разочек так от души. Опаньки, прилетела еще тварь. Сразу месите ее, ребята. Месите ее санными тряпками. Блин, эти барракуды, они жесткие у нее. Я не думал, что у Империи Тау такая жесткая авиация. Она реально жесткая. Видите, наши ребята аж разлетаются в разные стороны. Кстати, заметьте, я только сейчас заметил, что оказывается у Серых Рыцарей вообще даже боевого духа нет. Клево. Так, да, тех станций давайте завалим. Чтобы они подкрепу не нанимали. Хотя нет, давай лучше плазменные винтовки, сподручнее будет. Они атакуют, нормальный урон наносят всему. Так, и тех станций еще тут сносим. Ждем вашего приказа. Так, тут дредноуты слились. Жаль. Но мы подкинем сюда еще пару. Так, 20 на 20 у нас, отлично. Интрика Барреля давайте, два отряда космодесанта. Улучшения все закончились. Далее у нас ты есть. Да хорошо. И хищника давайте заделаем. Его, конечно, с орбиталки не получится кинуть. Что, как бы, жаль. Так, улучшение. Библиария. Я здесь, чтобы служить. Блин, тут дроны полумертвые. Так, добиваем. Маячки. И прочее. Ну, отряд один, в принципе, справляется с задачей. У отряда один вообще все замечательно. Я жду ваших распоряжений. Сложно. Похоже, скоро не дождемся. Хищник доставлен. Я служу. Опа, хищник подъехал. Куда вы полетели? За чаржами, видели? Чержанули, пацаны. Так, давайте отойдем, ребят. Вы мне вообще пригодитесь вот здесь. Давайте в центр орбитальной связи. Тут мы пока будем удерживать наши позиции. Так, тут пока удерживаем позиции. Здесь улучшение проводится, это хорошо. Так, первый отряд. Захватываем точку, потом идем вот так вот чистить все здесь по над стенкой. Абсолютно все вычищать будем. Священным Прометием. Все грешники узрят гнев. Поехали. Все вычищаем священным огнем. А тут мы позиции укрепим. Что прикажете? Так, дальше, дальше, дальше. Отряды КД у нас тут выходят, это хорошо. С мудрым советником ваша сила умножится. Так, давайте вы сюда, ребята. Нас к цели, водитель. Ступай спокойно и держи оружие. Дредноуты сюда. Еще одного. Так, это что тут происходит, я не понял. Это что за наглость? У нас тут один дредноут, в принципе, есть, он, думаю, сдержит натиск. Я очень на это надеюсь. Чудовище. Да я заметил, что это чудовище. Я вновь готов служить. Наша вера. Так, вот так. Вечна. И вот так. Поехали, Ctrl-1, ребят. Схему, как я сказал, чистим. Вот, наверное, сюда пойдем. Тут базу зачистим. Так, ребят, сначала барракуды. Думаю, вы это уже поняли. Капец, они жарят. Вы что, ребят, охренели? Ладно, терминаторы назад. Я вас услышал. Барракуды, парни, выносим барракуды. Они жесткие, у них урон не слабый, по соточке.
А потом казармы быстренько занесем. Мой клинок. Ожидаю приказаний. Что прикажете? Так, сюда. Вам ракетницы дадим. Императору! Капец, тут мои серые рыцари горят. Барракуды, валите, ребята, быстро. Главная проблема у нас. Потом рыбы молоты. Нам главное им боевую мощь нести. А можно психический шторм даже сделать. Блин, минус серые рыцари. Хреново. Блин, тут что за жопа происходит? Давайте отойдем. Так, генераторы. Нейтральная постройка. А что они нейтральные это внезапно? Так, рыбы молоты выносим. Блин, капец, наши дредноуты горят. Хреново. Но рыба-молот тоже горит у них не слабенько так. Так, где он тут улучшение? Сейчас минус рыба-молот, потом из-за скелеты валим. Отлично, потом уже всякие базы там снесем. Главное, боевую мощь снести. Хорошо, вот еще экзоскелеты. Блин, терминаторы штурмовые веселятся, резвятся, у них тоже веселье. Так, Индрик Боррель. Дар к вашим услугам. Сюда, сюда. Открытый разум подобен крепости, врата. Так, а ты давай заходи. А стража погрязла. Ух, ё-моё, как же жестко! Давайте еще куда-нибудь запульнем. Да хотя нет, тут только сживаешь сила. Так, подкрепа приехала, ребят. Сейчас будет легче. Сейчас дышать станет легче. С подкреплением-то. Так, а для Интрига Борреля нужны серые рыцари, которые слились. Оп. Хищник ждет приказа. Хищник сюда подъедет. Дух машины готов. Будет исполнено. Так, неплохо, неплохо. Может быть, глайдеров в буре наделать, штук 4 так. Ну, ради прикола. Так, база готова. Ах, ё-моё. Да, повелитель. Если вы не будете захватывать эту точку. Болтер, пацаны. Стационарный болтер. Я не думал, что они сюда пойдут нападать. Необычно это для них. Ну, отбирать позиции. А, ладно. Они сервитора, кстати, не трогают. Типа, ой, сервитор. Ну, ладно, он, скорее всего, умер. Так. Генераторы. Что это за генераторы? Куда? Они к пушке, наверное, идут, да? Поэтому они, наверное, нейтральные. Перегруппировываемся. Так, ребята, сюда. По моей команде. Тут, конечно, снесли все это дело, но ничего страшного. Наша задача пройти. В атаку! И все снести. Хищник ждет приказа. Хищник ждет приказа. Так, Ctrl 2. Так, где тут летун наш? Хищник ждет приказа. Хорошо. Осколочные ракеты и противотанковые. Поехали. Первый отряд. Как слышно, что у нас тут происходит? Нормалек все? Вроде проносим потихонечку. Так. Ключевая точка, насрать на нее, потом захватим. Нам сейчас надо вот эти вот места зачистить. Нам надо тут все почистить. Так, второй отряд. Вы тут зайти можете? Нет, не могут, но в принципе могут залететь. Так, второй отряд, объединяйся с первым. Поехали. Сейчас будет хорошо, ребят. Сейчас синемордые получат то, что они заслуживают. Я не боюсь зла. Я ужас моих врагов. Хорошо сказано. Да, эти дроны до сих пор живы здесь. Разведчики прибыли. Занимаем. Давайте позиции. Их поубиваем все-таки. Так. Серые рыцари приехали. Сюда. Библиария сюда подкинем. Еще дредноутов. Опа, он выжил. Он выжил. Лул. Клево. Так, генератор уже ресурсы выработал. Так, поехали, поехали. Давим, давим. Давим позицию. Библиария, ты что не в ближнем бою-то, а? Открыть огонь! Так, давай-ка им тут со всех сил ударим. Ну, библиария, алло.
хочешь психический удар сделать? Псионический. И минус библиарий, кажись. Так, второй отряд. Сносим здесь все это дело. Да, командир. Сегодня будет славный день в истории. Отлично, отлично. Еще чуть-чуть. И гребаные синемордые уйдут отсюда. Так, подкрепа у нас тут есть. Еще пару, тройку дредноутов. Сейчас просто орбитальная такая, блин, бортбордировка. Поехали. Поехали. Поехали, ребята. Так, Индрик Боррель. Давай сюда. И свет императора я включим. Так, все, Ctrl-1 и Ctrl-2 объединяются в один отряд. Так, у нас летуны поумирали. Очень жаль. А тут тишина, идиллия. Тут все замечательно. Так, что у нас здесь происходит? Этих дронов, блин, вы когда-нибудь доубиваете или нет? Уже, сука, можно. Так, никаких улучшений больше у нас нет. Захватим точку, давайте. Ну, просто потому, что я могу. Лучше умереть за императора, чем жить. Не потому, что она мне нужна. С ресурсами вообще проблем теперь никаких нет. Так, и потом мы пойдем... Всегда бдительны. Вот сюда. Так, у нас предел численности войск уже. И предел на технику. Приказывай. Ну, в принципе, логично. Я мы тут здесь так настроили, блин, будь здоров. Я несу его волю. Так, захватите точку, мы пойдем валить. Защищаю. Отлично, поехали. Ладно, хрен с ней, с этой ключевой. Главное, что она не у противников. Да ёкарный бабай, сколько можно? Только пытался отстроить все это дело, а вы опять. Ай, хрен с вами, ладно, отойдем опять. Эти круты вообще не дают ничего сделать. Ладно, отменяем. Хотя, блин, ресурсов от... Ладно. Отменим уже. Не повод нарушать присягу. Так, можно будет эту точку пойти быстренько забрать. Но, в принципе, я уже хочу тирашить. У меня отряд мощный. Схему номер 23. Так, тут надо вот так вот пройти. Здесь еще у них базы. Где у них вообще входы? Вот здесь, да? Ну да, по этой левой стороне пройдем. Нам надо уничтожить им вот это вот центр коалиции. Что по задачам? Путеводные маяки? Да хрен с ними, господи! Так, разберемся. Ребята, все сюда. Номер 23. Разведка так, готова. Вы можете мы попробовать реликтовую забрать точку. Было бы неплохо. Так, летуны. Идите разберитесь с этой проблемой. Что это за срань тут вообще происходит, я не понял. По нам ведут огонь. Далее дредноута надо подкинуть вот сюда. Я несу его волю. Так, отлично, продвигаемся. Какие-то собаки позорные, только и все. А, Крутакс. Ну, не такой, чтобы и жесткий. Императора. Я несу его волю. Так, поехали. Ну, собаки, конечно, жесткие, да. 170 на 250 урон. Ни хрена себе. Даже дредноута могут развалить. Так, психический шторм на собак. Пусть они ощутят мощь псионическую на себе. Да блин, я говорю на собак, психический шторм, алло. А, они все тут тупят. Так, прибытие подкрепления через 14 минут. У нас мало времени. Продвигаемся. У нас буквально 14 минут есть до подкрепы. И мы просрем. Поехали, быстро, быстро, в темпе. Меня, конечно, бесит, так как они вот тупят. Вот это... Блин, так и не починили эту фигню. Так и не починили. Что, оказывается, здесь как бы можно ж нормально сделать, да? Чтоб юниты как-то друг друга пропускали. Не, нахрен надо. Так, просто заходите, короче. Так, вы тут что, нормально? Расстреливаете. Да, пока они расстреливают, мы все-таки восстановим здесь справедливость. Так, захват пошел. Первый отряд. Давайте разбираться с проблемами. Они у нас, очевидно, есть. Император направит мой клинок.
А ну-ка, обмотили собак. Типа, эй, вы ох, ё-моё, тут большие кнарлоки эти. Ребята, это надо выпилить. Да ну ё-моё, вы будете проходить или нет? Ну что за бред, а? Давайте эту мутанта переростка завалим. Надо его завалить. Они, конечно, как начнут толпиться, так начинают бесить. Вот эту тварь надо завалить. Так, 12 минут. Время уходит. А нам надо еще центр коалиции валить. Не насрать на предел, по КД делаем. Проходим. Не обращай внимания на эту базу, проходим, у нас слишком мало времени. Слишком мало времени. Защищаем атакующее построение. Блин, сервитора убило. Жаль. Ну, в принципе, можем тут пройтись. Наша вера вечна. Проходим. Не обращай внимания на эту базу. У нас 12 минут осталось. И придет подкрепа Тау. Принять атакующее построение. Да давайте не толпитесь, ну ё-моё, вы ж можете нормально пройти. Ну можете же, если хотите. Так, давай, телепорт сюда, терминаторами. Я несу его волю. Эти штурмовые. Штурмовые вообще где-то в заднице. Так, поехали. Мы у них на главной базе. Вперед, 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 валим их. Даже давайте лучше зайдем. Так, минус дредноут, ну бывает. У нас тут еще есть. Ну сейчас по КД их кидать, блин. О, барракуду надо валить, ребята. Так, поехали. Дредноуты сейчас по КД будут лететь. Я вас уверяю. О, реликтовая точка, можно сделать лендрейдер. Ну какой в этом толк? Так, минус отряд КД. Быстро. Ребят, я не знаю как, но выносите все, что здесь видите. Я не знаю, как вы это будете делать. Но вы слишком мощны для этого дела. Можете уничтожить все. А, у нас же есть пушка, кстати. Давайте ее сюда подкинем. Так, казармы. Нам гребаный центр коалиции надо завалить. Где он там, кстати? Вот он. Только ж его, да? Ну и что ж ты, центр коалиции, да? В принципе, это несложно. Капец, у нас тут все сливаются. Я прям в шоке с вас, ребята. Как же так можно сливаться? Так, ну времени еще достаточно. 10 минут, я прям реально прорашил. И тут все начал болить. Терминатор. Блин, штурмовые терминаторы рассыпаются от таких вот плазменных куколок Тау. Как это вообще возможно? Путь к свету. Я вам сейчас покажу путь к свету императора, ублюдки. Да вы поперли. Блин, какая нахер бомбардировка? Вы что, с ума сошли? Валите центр коалиции быстрее, пока они не завалили нас. Быстрее! Огонь! Отходим. Готово, уничтожили центр коалиции, все. Они, в принципе, сами его уничтожили, по большому-то счету. Ну все, синемордых в Каураге больше мы не увидим. И это хорошо, как говорится. Да, вы потеряли честь свою, ублюдки. Нехрен было на космодесант выпендриваться. Нападали на наши провинции, они тут совсем охренели. Командир.
Командир Индрик Боррель был уверен, что его бесстрашные кровавые вороны уничтожат базу Нан-Яной. Космодесантники должны быть сильнее еретиков, которые стремятся лишь защищаться и бить из-под тишка, используя свои нечестивые технологии. Тао, естественно, оценили это поражение по-другому. Смерть божественного и командующего стала итогом неудачной попытки применения жестких методов. Рель оставил для охраны лишь небольшое количество людей. Он рассчитывал, что этот спутник станет хорошей базой для Adeptus Mechanicus. И он станет. Эту пушку надо изучить. Так, Империя Тау побеждена и снаряжение за 2000 убитых. Это уже интересно. Так, Индрик, что ты заслужил сегодня у нас? Наверное, нимб. Защищает от выстрелов и увеличит здоровье. Так, от выстрелов. Ну, мы сейчас, по идее, к силам хаоса пойдем. И к темным эльдарам. Ой, как же хорошо, когда на этой планете нет нечестивых сил. Ну, кроме вот этой провинции, конечно же, это мы захватим. А то, что нам тут тоже врата, да? Угу. А что, кстати, у сестер? Давайте глянем. У сестер базы на передовой. А, это можно будет базы кидать. Да, это классно. У этих производство по сниженным ценам. Так, а ну-ка, у эльдар быстрая поступь, да, или что? Хорошие дороги, развитая транспортная система позволяет быстро перемещаться по собственным территориям. В заход вы можете передвигаться на 3 территории, но не позволяет атаковать за несколько раз. Ну блин. А у Некроновча классная. Установили потерь. После каждого боя несколько отрядов гвардии из гарнизона будут восстановлены. Классно. А у хаоситы? У хаоситов? Отсутствие необходимости снабжения. Отменять необходимость оборонять ранее захваченную территорию. А, то есть если даже захватить нашу территорию, все равно влияние у нас не потеряется. Прикольно. И у темных эльдар, у них какие-то свои врата есть классные. Набеги на древние врата. Вам перемещаться с использованием любых звездных врат, игнорируя заранее заданные маршруты. А, ну да, если у нас есть одни врата, мы с этих врат можем на любые переместиться, какие только есть. Классная тема. Ну ладно, господа, давайте на этом моменте закончим данное видео. Не думаю, что сейчас на нас кто-то нападет. Так что на этом все. Если это вдруг первое, подписывайтесь на мой пока что маленький канал, оставляйте свои доброжелательные и не очень комментарии. Не забывайте ставить палец вверх, вниз, влево, вправо. Куда угодно. Также и жмакайте на колокольчик, он будет оповещать вас о выходе новых видео на канале. Ну и в нашу группу ВКонтакте по ссылочке в описании заходите, а там тоже много всего интересного. А на этом все. С вами был Мистер Чейзер. Всем удачи и всем пока. Продолжим уже в следующем видосике.